Как делишки, лебедишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жекой, Игорем и Викой мы снова отправимся к бабушке в деревню в Майнкрафте. Ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Приветик! Ребят, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать на всех наших видео, тем больше серий про бабушку мы продолжим записывать вот таким составом. И ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки будут в описании. И также, ребят, не забывайте оставлять свои положительные комментарии, в комментариях писать свои идеи для следующих серий. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Ну-ка, хлопчики, взяли булочку и давай смотреть. Игорь! Что такое? Игорь! Помнишь вообще, старый, у нас же дети есть. А, это немцы на чердаке, я думал. Нет, это дети, пойдем их разбудим, а то негоже, рассвет был, петух пропел, а они спят. Я уже слышу, хрупит кто-то. Дед, ты че, с ума сошел, а? Игорь опять стекло выбил. Дед, да насрать. Ой. Боженечка. Доброе утро, хлопчики, пойдемте кушать скорей. Ой, пойдем. Бабушка, бабушка. Женечка, девочка, ты что забыла? И хлопчики. Папа, пойдем. Это я девочка. Хлопчик. А я думала, что ты просто мальчик страшный. Транс. Накрашен. Это было обидно вообще-то. Прости, я ж думала, ты в мать свою пошла. Ой. Бабуль, мне кажется, это уже давно просроченное, а? Не хочу я это кушать. Не хочу. Да. О, сейчас, секундочку. Где еда? Игорь! О, пироги. Пироги будете? Не. Мясо хотим. Так они же 2 месяца могут храниться. Правда, 3 лежат, но ничего. Игорь ест. Игорь, все хорошо, понимаете? Так вкуснее. Не хотим. Что там делать? Мы хотим есть мясо свежее. О, знаете что? Мы, значит, не в вашем мегаполисе. Ну ладно, Игорь. На охоту, да? Как обычно. О, а нам оружие дадут, дедушка? Нет. Ну пожалуйста. Нужно же обороняться как-то. И мне надо мои таблетки, я не помню, где оно лежит. Вот, а Женечка, пошли. Так, нашли оружие. О, где? Где? Давай, не дуйся. О, я тоже возьму себе. Женечка, бери. Где? Ага. В ящике. Вот смотри, я тебе дам. Смотри, Женечка. Я выкинул. Сзади, во. Прикольно. Что, взрывы дома? Бабуль, не кричи. Смотри, бабуля. А куда мы пойдем на охоту? Смотри. Опа! Вау! Птицу сбил! Опа! Опа! Дед сумасшедший! Дед, что ж ты делаешь, дед? Верните! Кто биту забрал? Бабуль! Забирай свои пожитки и уходи. Во, все. Веди нас, дед! Уйдем. Вообще-то я за гуманные отношения. Ну, ведите. Бабуль. Текулиточку. А кур можно стрелять? Кур можно стрелять? Нет! Не трожь свиней! Дед уже стреляет. Опа! Уволить не будем? О, у меня есть курочка. Курочку можно поесть. Да не хочу курочку. Хочу свинину. Давайте пойдемте в лес, сейчас мы вам все покажем. Подождите, я разряжаю патрончик. Вижу волков. Ой, надо перезарядиться. Дедуль, можно стрельнуть в одного? Показываю, как я воевал на войне. Сейчас перезарядиться. На! Я мелкого! На еще раз! Дедуль, давай, вали, на! 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 Убивай! Бабуль, ты где? На! А бабуля смотрит. Мясо выпало. Ну можешь поесть. Не, это бабуля, чтобы она охранила. Держи, домой. Да, ну мне верните, мне нужно его при... Ого! Это ж хватит на 3 дня. Ну это мало. Ууу, нифига! Дед, смотри! Игорь! Дед. Показать, как я немцев убивал без оружия. А ну. Голыми руками. Игорь, одумайся! Они ж Бабуль, спаси ему! Он с ума сошел! Ну что мне это все, волки проклятые! Они
Ай-ой! Больно! Остановись! Остановись! Нет, нет, нет! Помогаю, дедушка! Дед, вообще с ума сошел! Нет! Да хватит! Война меня утомила, пойдем прям мясо приготовлю, значит. О, ничего себе. Чё? Тихо. Орк. Стоять. Стоять, дети. Какой молодой человек красивый. Это бомж. Нет. Это бомж. Молодой человек, здравствуйте. А чего это вы тут сидите? Это немец. Вам это немец. Холодно? Холодно? Немец. Да. Возьми мяско, пожалуйста. Он ты не говорит... точно не немец! Он не немец! Это мой бывший! Немец! Что? А смотрите, а же это что такое? Это что? Дедуль, смотри. Ты что? Ты встречал такие на войне? Ягоды. Это же чудо-ягоды! А можно попробовать? Попробуй, дедушка. Ой! Ой! Чё ты сожрал? Дедушка, дедуль! Какие немцы? Какие немцы? Галлюцинации, бабуля, останови его! Какие немцы, бабка? Женя, побежали! Дед с ума сошел! Дед! Стреляют! Дед, успокойся! Дорогой, остановись! Дорогой! Немцы бегут! Какие немцы? Нету немцев! Ты всех в 43-м перебил уже. Женечка, ты где, Женечка? Все, закрывай! Ху. Ну что, немцы, попались, будете сидеть в моем туалете опять 40 лет. Дед, мы не немцы. Бабуль, спаси. Слав, еще двоих поймал. Да какие твои? Стоять! Бабуль, бей его, бей! Ты что делаешь? Остановись! Дед! Я в туалете! Выходите, мои маленькие хлопчики! Спасибо! Бабуль, спасибо! Дед ушел! Да нет, немцев никаких! Закрывай там, деда! Закрывай там! Все! Фу! Да будем там сидеть! В бездну туалета! Бабуль, спасибо! Дед вообще с ума сошел! Пойдемте, я вас покормлю! Это был насыщенный день! Давай! Игорь! Почему опять стекло? Не стекло. Потом застеклю. Дед, с тобой все нормально, дед? Что? Больше нет немцев? Нет. Фу, ну ты немного смахиваешь, конечно. Это потому, что он на свою мать похож. Да. Ну извините. О, я бы честно спал уже что-то. Ты как, Женечка? Жрать быстро! Да не! Ем. Забери у детей оружие! На стол! О, ну на. Не кричи. Это я тоже, да. На. Это, да. О, патрочка. Много уже. Они что, наркобароны какие-то? Вы сами нам дали, дядя. Да. А ну докажи мне это. Странный, Женечка, странный. Я спать хочу опять. Я тоже спать. Дед странный. Баба странная. Я подбитой по голове, да, мы уснём. Все, мы спим. Все, я отвернусь от вас, все. Ну, спокойной ночи. Спать. Уходите. Спать. Мы спим, бабуль. Уходи. Все. Игорь! Хватит! Да тихо! Все. Пойдем. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на карту мы оставили в описании. Да, ребята, и также не забываем подписываться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте комментировать этот ролик и писать в комментариях новые идеи для серии «У бабушки в деревне». Будем читать все ваши комментарии и постараемся реализовать ваши идеи. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребят. Пока!